Чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс прокомментировал предстоящий бой с Саулем Альваресом. Видео дня, пугающий рефери и гипнотизер в бою Турман Лопес. Хильберто Рамирес хочет получить бои с Биволом и Гвоздиком. Тренер Емельяненко думает, что Федор завершит карьеру. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс прокомментировал предстоящий бой с Саулем Альваресом. Джейкобс надеется, что в этот раз обойдется без спорных решений судей, которые случились в двух боях Канело с Головкиным. «Я не сомневаюсь в победе Головкина в двух боях с Канело, но там было почти равный бой, но в моем случае такого не будет. Будем надеяться, что судьи будут честными, что они будут называть то, что видят, и дадут фанатам то, за что они заплатили. Впрочем, я вижу себя победителем в любом случае, либо решением, либо нокаутом», — заявил Джейкобс. Видео дня, пугающий рефери и гипнотизер в бою Турман Лопес. Судя по этим секундам, от взгляда рефери Стива Уиллиса не ускользнет ничего. Не удивимся, если он может видеть все, как днем. Даже в полной темноте, пожалуй, самый лучший рефери современности это Стив Уиллис. Вы согласны? Если нет, то поделитесь комментариями под видео. А мы продолжаем. Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес признался, что задумывается о переходе в полутяжелый вес. По словам мексиканца, в этой весовой категории приоритетными для него будут бои с Дмитрием Биволом и Александром Гвоздиком. «Я думаю о том, чтобы перейти в полутяжелый вес. Если я не получу поединка с Саулем Альваресом или Геннадием Головкиным, то готов это сделать уже в следующем бою. Я готов встретиться с любым чемпионом полутяжелого веса. Это хороший вызов. Я уже раньше спарринговал с Гвоздиком и Биволом. Это крепкие ребята с хорошими навыками. Я бы хотел с ними встретиться и забрать их пояса. Бивол и Гвоздик интересуют меня больше всего. Это классные бойцы», — рассказал мексиканец в интервью. Тренер российского ММА-тяжеловеса Федора Емельяненко, Питер Тайси, заявил, что его подопечный подошел к поединку с Райаном Бейдером не в лучшей форме, а также отметил, что боец, скорее всего, завершит карьеру. Напомним, в минувшее воскресенье Емельяненко проиграл американцу Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде. Поединок проходил на турнире Bellator 214 в Инглвуде. На кону стояли пояс гран-при и чемпионский пояс тяжелого дивизиона организации Bellator. У Федора травмировано плечо и колено. У него накопились проблемы со здоровьем, и за неделю до завершения сборов в Голландии он заболел. «Думаю, Федор завершит карьеру», — сказал Питер Тайси. Теперь на счету Емельяненко в ММА 45 боев, 38 побед, 6 поражений, один бой признан несостоявшимся. We'll be right back.